Да, ничего не делать еще. Поляки, они и есть поляки. Проблема Польши, действительно серьезная проблема, заключается в том, что они живут в выдуманной истории, они не понимают. Русские, они тоже, естественно, живут в виде какой-то парадигмы, там, как и большинство, на самом деле, народов. Кто там Хлодвига придумывает, кто там нормандскую теорию, кто еще что. Но в целом это в той или иной степени соответствует действительности. А вот поляки, они принципиально игнорят две вещи, которые были основой их существования. Первое, что это была страна изначально православная, а второе, что верхний слой там составляли татары. Поляки – это татары, поскольку это аристократическая страна. Там аристократия очень важна. В России не так. Там была аристократия, она была замкнутой группой, но в целом страна не была аристократической, потому что было много служилого дворянства, и его уровень был достаточно высокий. А в России, вот это, а в Польше вот эта вот мелкая шляхта – это просто такие вот, ну, полукрестьяне, как сейчас вот в этой, в Корее там 70% населения принадлежит каким-то княжеским графским родам якобы. Ну вот и поляки, они вот этого не понимают и все время садятся в одну и ту же лужу. Но у человека другие представление о себе, да, он негр, а он, значит, думает, что он белый, и он все время к белым куда-то лезет, что-то там говорит, и получает какие-то шишки, сам не понимает, почему. Вот это и есть поляк. Вот. То есть, если украинцы, они там хотят идти европейским шляхом, то вот поляк, он на этом шляхе прямо вот живет, и даже там говорит, что Польша – это центр Европы, а это полудикая татарская окраина Европы. Ну, конечно, не русским про это говорить, русская вообще там периферия, но у них нет никаких особых на этот счет претензий. Вот. А у поляков есть. И эти претензии всегда оканчиваются одним и тем же. Что будет дальше? Большой вопрос. Мне кажется, русские и поляки будут постепенно интегрироваться, потому что их разделяла прежде всего религия, а сейчас религиозные вопросы, они все более и более переходят в сторону, так как бы, знаете, игнора. Не так важно.